Двое парней разгромили салон сотовой связи в Челябинске. Подельники зашли в магазин, сходу принялись громить витрины. Напуганный продавец поспешил удалиться, а вот парни нет. Они разбили почти все стойки в салоне. Украли, по данным полиции, 15 сотовых телефонов на общую сумму не менее 300 тысяч рублей. Злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции при попытке сбыть похищенное в одном из ломбардов города Челябинск. По данному факту в отделе полиции Калининский, управление МВД России по городу Челябинску, возбуждено уголовное дело. А это значит, что задержанным грозит до 7 лет колонии. Пока идет следствие, их отправили в изолятор временного содержания.